Where is Succubus? Hey, come down! Are you ready? Let's go! 전 세계 게이머 1대1 실시간 대전 화이팅! 당신의 플레이를 전 세계에 생중계하라 s u m m o n e s War 월드 아레나 업데이트 Привет, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис. И прям со стрима, привет вам от всего стрима. Мы делаем запись э, видосика по поводу обновления, репатча и новой акции. То есть два в одном будет патч плюс обновление в игре. Вот э, связанное с новыми акциями. Итак, поехали. Давайте сначала по акции пройдемся, а потом по изменению баланса навыков. Приходите ежедневно на стрим 19:00 в тот момент, когда вы смотрите этот видосик. Посмотрите на часы. Если сейчас 19:00, либо там не знаю 22:00, 23, вы еще можете успеть на стрим. Приходите, общайтесь, подписывайтесь и выигрывайте вот таких вот ангел по почте. Да. Ждем вас на стриме. Приходите и общайтесь. Задавайте вопросы. Погнали по акции. Акция по накоплению очков. О, Рину сюда в костюмчике. Рину. Меган в костюмчике зафигачили. Вообще красотень. Красотень. Так, в общем, мы будем две недели собирать какие-то очки и обменивать их на подарки. Да, акция опять же двухнедельная. И что нам тут нужно сделать? Дорогие заклинатели, накопив очки, получайте щедрые подарки каждый день. Период акции с 29 по 11 число. Награды доступны по 12 число. Описание. Накопите очки различными способами. Способ первый, да? Как накопить очки? Очки за руны. Очки выдаются по числу звезд рун. То есть вы выбили где-то в локации, в кайросе а руны, вам за это будут давать очки. То есть, допустим, вы фармите 10 гиганта, там выпадает 5-6 звезд руны. То есть вам будет давать 6-8 очей. Ну, то есть там поформили. Пару часов пошли, забрали плюшки. В общем, это не проблема. То есть, за дроп рун, который вы продаете, либо оставляете, вы получать будете очечи. Дальше. Или, если вы уже ходите на гидру, на четвертую, пятую, здесь тоже до добавляется оч определенное количество очей. Обычные волшебные редкие, то есть, серые, зеленые, синие, 4 очка. За розовые 6 очей и за легендарки 8. Здесь тоже все легко так, накопить бонусные очки. Так, ограничено до 30 бонусных очков в день. Понятно. Так, восп используйте вашего друга либо наставника. Вам дадут его очко. То есть за одну очко. Так, дальше провести бой на арене. Два очка дают. Так, Сотку очков можно в день набить, так и бонусные очки, еще тридцатка, я так понимаю. Так, часть 1. Накопив очки, получаете подарки каждый день. То есть, допустим, вы набили 100 очей за день, вы можете их обменять каждый день. То есть, акция суммарно, вы поймете, что очень хорошая. То есть, каждый день вы будете получать, если вы выполняете акцию, 50 тысяч маны, 50, 000, 50 энергии, не 50 тысяч, и 50 кристаллов. То есть, если умножить на 2 недели, вы получите приблизительно 700 кристаллов. 700 энергии и 700 тысяч маны. Ну согласитесь, это достаточно таки неплохо. Особенно кристаллы. Акция на 700 кристаллов. Такие акции не часто бывают. В среднем акции запускают на 250-500 кристаллов. Но 700 кристаллов это достойно. Да, вам дадут их не сразу. Понемножку, там каждый день по 50, но сам факт. 700 кристаллов. Вот, дальше, накопите как можно больше очков И когда вы собираете суммарное количество очков Даже если вы их обмениваете на кристаллы, на энергию Они все равно у вас накапливаются, эти очки То есть обмененные очки вы уже вот меняете на вот эту вот тему То есть 100 очков, 100 энергии 200 очков, 100 тысяч маны 300 очков, 2 таинственных свитка То есть 2 мистика вам дают, 500 очей 1 камень перековки, вот это вот, релолика камни И 200 тысяч маны То есть вот так уже, смотрите, уже лям маны вы получаете стабильно за акцию Приятненько. Ну и самое естественное, зачетное, это Дьявол Мон. Как вы понимаете, за одну неделю вы можете сделать полностью всю эту акцию. То есть ровно неделю. А вам дается две недели. Поэтому каким бы вы даже не были супер-мега-новичком, два-три дня играющих в игру, то есть эту акцию может выполнить любой. Ну Дьявол Мона уже потратите по своему усмотрению. Дальше. За 500 истраченных во время акции кристаллов выдаются свитки. Вода, ветер, огня. Ага. То есть вам еще надо будет потратить 500 кристаллов. Вот хитрожопая, да? Не, ну если вы новичок, неважно на какой стадии игры, все равно вы будете эти кристаллы тратить на восполнение энергии. Логично? То есть вы тратите 500 кристаллов, неважно на что, вам еще и дадут еще 3 свитка по одному каждой стихии. То есть если так взять, то есть вам дадут 5 свитков, 5 свитков лям маны, 700 кристаллов там, 800 энергии, ну и деволмончика. Может что-то не досчитал, там уже смотрите сами. То есть очень и очень приятная акция. Прям вообще зачет. Всем удачи в ее фарме. Так, а теперь мы переходим к патчу балансу как я ванговал уже, недели две, наверное, я ванговал, что выйдет патч ребаланса. Вот только я не учел, что они переделают тех монстров, которых, наверное, не надо было переделать. Но это все равно приятно. Итак, пробежимся по патчу. Извиняюсь, что вам плохо видно будет. Буду зачитывать. Самому плохо видно. Вот. Здесь никак не увеличить. Да, к сожалению. Ну ладно, будем так читать. То есть я вам расскажу по памяти, либо либо из того, что я сам увижу. Король эльфов, э, ветер и свет. Им переделывали, то есть вот этот второй скилл, проветривание. Раньше, что делал этот скилл? Буду своими словами говорить. Раньше в этот скилл могли юзать на кого хотите. На себя, либо на вашего сопартийца. Сейчас сделали так, что вы можете использовать этот скилл только на вашего сопартийца. На себя использовать этот скилл нельзя. То есть смотрите, когда у вас остается эльф ветра, король эльфов, либо света, он сам на себя его никак не юзнет. То есть просто второй скилл становится бесполезным. А иногда за счет этого второго скилла вы могли еще и на онлайн-арене выиграть бой. И не только на онлайн-арене. Поэтому это небольшой, но все-таки нерв этого короля. То есть, ну, обоих и светлого и, собственно, ветреного. То есть, их немножко, скажем так, приспустили на землю. Но опять же, честно говоря, я считаю, что им еще и третий скилл надо опустить не со 100% так бара, что они сливают, а процентов 50%. Либо просто сделать какой-то шанс того, что вы сольете 100% атакбара. Допустим, 50%, 50 шанс того, что вы еще и солюете бар на 100%. То есть я не считаю, что его сильно прямо опустили. Но в ПВЕ это небольшая проблема. Кто-то скажет, что он сам себе откатывал, собственно, третий скилл и опять же сливал и откатывал скиллы боссу, либо там какого-то монстру. Кто-то скажет, небольшая проблема, откачу там Барети бар бар скиллы, либо какому-то хилеру, и он меня подхилит и ускорит. То есть, допустим, да, можно и так. Но все-таки, в большинстве ситуаций это все, ну, все-таки нерв персонажа. То есть его немножко приспустили. Мое личное мнение. Как-то так. Да, и король эльфов света. Ему апнули третий скилл, откат сделали 6 на 5 ходов. Ну, приятный бонус для тех, у кого есть этот король эльфов света. Дальше. Паладин вода паладин огонь и паладин света. Ничего особенного я не считаю, что им прям сделали так, что их начнут прям юзать каждый первый. Я не считаю, что их как-то супер-мега переделали. Мое личное мнение. Насчет паладина света, наконец-то, наконец-то им переделали первый скилл. Первым скиллом теперь вы можете хилить не только самого побитого персонажа-сопартийца, а еще и себя. То есть это уже немножко улучшило паладина. Уже. Но опять же, третий скилл нужно еще апать. Второй скилл трогать и не, нет смысла. Третьему скиллу нужно добавить дополнительный ход. Либо там, не знаю, какое-то ускорение, баф защиты. Либо еще что-то. И все, паладин Света будет использоваться многими в защите и в атаке на арене на ГВ. А так я не считаю, что прям сильно что-то переделали. Мое личное мнение. Дракон Ветра. Я считаю, что это неплохой буст. Дракона Ветра, он же Джамир, Замир. Зефир, как я его называю. То есть ему на третий скилл добавили Клинс. То есть теперь он снимает абсолютно еще и все дебафы. Мало того, что всем кулдаунит скиллы, так еще и снимается всех дебафы. То есть он превратился в такого типа Мава, только более прохаванного. Мав снимает по одному со всех дебафов, а Замир снимает все. Абсолютно все дебафы. То есть теперь можно говорить, что раньше я говорил, да, вот если выбирать для новичка. Аракис у меня выпал дракон, у меня он full скилл и Мав. То есть кого лучше. Но Мав все равно остается очень хорошим мобом. Почему? Потому что он агрит на себя босса. И он может засанить первого скилла. Но дракона немножко апнули. Ну как немножко. Он сейчас будет часто использоваться на РТА. Вы себе представьте комбинушки разные, которые с ним можно будет сделать. Вы себе представьте, да, вот эту тему. Плюс, допустим, я его использую на Гидре. А на Гидре это дополнительный клинс. Мало того, что он стоит с Аннабелькой, так он еще и теперь Аннабельке будет помогать. Он, когда будет кулдаунить тем скилл еще и снимать все дебафы, это просто зачет. Но единственный, знаете, какой минус для своего дракона я вижу, в том, что его надо будет ускорить. У него всего лишь плюс 20 скорости, этого будет мало. Для РТА его нужно делать все равно самым медленным, это не, ну, никто не будет от этого отмазываться, это логично. Он должен ходить у вас последний в любой пачке, но при этом у него не должно быть теперь 10-20 скорости. А то, понимаете, к примеру, у вашей пачки 100-150 скорости, у каждого моба 120, а у вашего Замира 20 скорости. То есть, ваши мобы по 2-3 по раза успеют походить, пока походит ваш этот долбанный дракон. То есть, я советую сделать ему под... Ну, не знаю, к примеру, вот как я сказал, у каждого вашего моба 100 и больше скорости, значит, дракону сделайте хотя бы в плюсе под 60-70. То есть, допами соберите. То есть, многие начнут пересобирать сейчас своих драконов. Я тоже в том числе, то есть, скоро переодену и добавлю его в альбом. То есть это неплохой буст, я считаю. То есть неплохо его апнули, то есть... Я и не думал, что его так вот переделают. Я не считаю, что он нужно ему было что-то апать. То есть он и так был самодостаточным, но сейчас его просто действительно стали сделали еще лучше. Это классно. Едем дальше. Сельфида, вода, 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 ветер. Сельфиди воды сделали кулдаун на один ход меньше. Ну, честно, я не считаю, что ее чаще станут юзать. Да, дальше, так, это то же самое, Сильфида Ветер, ей переделали щит, ну, если у кого-то остался, осталась Сильфида Ветра, она же Акасис, или как ее там зовут, то есть ей улучшили щит. Раньше он давал ровно 4000 хп, и все, и по-моему он там еще чуть-чуть точился, честно не помню, то есть сейчас он будет работать от вашего уровня хп, и ее переделали с атаки в саппорта, следовательно база по хп у нее скорее всего очень сильно увеличится. Поэтому теперь, у кого она есть, либо кто ей проточил скиллы, в принципе, она будет юзабельным монстром. Особенно для новичка вместо канамии на 10 гиганта и в башне, особенно против этажа, где есть вот эта Сильфида. Ой, не Сильфида, а Сильвия. То есть она мало того, что кидает щит, так еще и баф антикрита. То есть Вердыха или по вам намного реже будет критовать. То есть сейчас, возможно, ее новички станут юзать но я бы ее все равно не качал кобальт кобальт там немножко тут что то апнули что то переделали я не считаю что это особый ап просто переделали скиллы на, ним, на них не буду делать акценты их все но никто не юзает феникс воды феникса воды царские апнули я считаю просто неимоверно во первых со второго скилла Теперь вы будете бить не только от количества вашей атаки, а еще и от хп вашего врага. Я не знаю, какой там будет мультипликатор, но давайте так чисто посчитаем. На третьем скеле, по-моему, там процент 16 или 20, я не помню, от вражеского хп. На втором скеле, наверное, будет где-то на процентов 5 меньше, так как вы в соло цель будете бить. То есть, если сейчас ваша сигма... Бьет по дракону, к примеру, 1020 со второго скилла под бафом атаки и с расколом, то она будет бить, наверное, минимум 1030-35. Это прям зачет, знаете. И первый скилл улучшили. Первый скилл там, по-моему.. Э, так, первый скилл чего улучшили? А, нет, первый скилл, по-моему, не трогали. То есть третьему скиллу дали на массовке еще и шанс того, что вы заморозите. А так как сигме я рекомендую делать 85-100 шанса крита, ваша сигма в теории на драконе всегда критует. Вы с третьего скилла мало того, что всех херачите, больно, так еще и будете теперь замораживать. Понимаете, сигма теперь, ну просто must have для любого новичка. То есть то, что я вот делал гайд полгода назад, как будто ванговал, да? Сигма теперь, ну, лучший монстр для новичка на гиганта, для гиганта и для дракона. Ой-ой-ой-ой-ой. Возможно, я ее переодену, и она станет мне еще и на пачку на 10 гиганта для ускорения пачки. Да, потому что именно Сигма я сделал 31 секунду. Короче, моба апнули по-царски, ну, шедеврально. Да, и плюс светлого немного апнули, тоже второй скилл ему апнули. Ну, это такое уже, как бы, у кого есть светлый, у кого нет. Передка огня. Кто-то у нас в группе написал, что она стала имбой. А теперь давайте подумаем: сделали ли ее имбой, либо ее еще сделали похуже. Смотрите, раньше. На третьем скеле огненное колесо. Имеет стопроцентный шанс э, э, да -да -да, критануть при полном здоровье. То есть, когда у вас full ХП, вы 100% критуете. 100%, даже если у вас там 15 критур, э, крит шанса, понимаете. А сейчас имеет 15% шанс продлить дебафы у врага на один ход. Единственное, это полное описание или нет, я не знаю. То есть, есть ли здесь условие, то что нужно в полное хп? Наверное, его не будет. Честно, я не знаю, но я сужу потому что написано, понимаете? Вот когда уже выйдет патч, тогда уже можно более подробно. То есть, если никаких условий, то смотрите, в теории. Вы всех мобов застанили, и после этого вашего пирета огня ходит, и у нее Прям на каждом моба этих 15% сработали. Вы понимаете, да? Это очень маленький шанс. И она продлевает все станы на плюс один ход. Все доты на плюс один ход. Это прикольно, но 15% шанс, ребят. Да даже 50% шанс я бы не сказал бы, о, ребят, все, качаем. Она стала М -м, просто белиссимо. Крутая тетя. Кто сказал, что ее апнули? Я просто не понимаю этого. Мне кажется, с нее еще и хуже сделали, если так подумать. Раньше она хоть дамажила, хоть и там ей крит урона можно много сделать было, да, и она типа хоть что-то дамажила. Сейчас она офигеть, 15%. Но я не знаю. Опять же, судить рано. Может, и ей еще что-то переделают, потому что в начале патча написано, что возможно кое-что еще будут переделывать. Понимаете, мы пока судим о том, о чем написано в этом рэпатчике. Но ладно, не суть в этом. Дальше. Афериста ветра я еще пропустил. Шоу начинается. Это, насколько помню, третий скилл. Шанс оглушения ему подняли до 30%. Но те, у кого он есть, возможно, его вновь оденут и заюзают его на ГВ и на захвате. Те, у кого он есть. У кого его нет, из-за этого я бы его не стал качать. Вот серьезно, мое мнение. Так, дальше. Короче, Пиретта, э, ветер и свет. Рассечение воздуха, добавлен эффект, индикатор атаки повышается на 100% при полном здоровье. Это буст. Это дополнительный буз для тех, у кого он есть, или она, извиняюсь. Это дополнительный буз, да, то есть тут ее апнули, без базара. Чуть-чуть. Дальше, мумии. Честно, все по поводу мумий, Чуть-чуть что-то улучшили, поменяли. Господи, кто качает этих мумий? Абвер, привет. Вот, кто качает этих мумий? Ну, поняли, И на них акцент не буду ставить. Без победителя ветра то же самое. Так, ковбойши. Ну, по ковбойшам коротко всем подняли чуть-чуть дамаги. На каких-то скиллах. Там второй, третий скилл, кому-то чуть-чуть повысили. То есть более приятно. Я, допустим, юзаю светлую, вот серебряная пуля, там на 11% больше дамаги будет. Я ее юзаю просто как танком плюс лидер, э, лидером. И она закидывает раскол. Вот, плюс замедло, и, мет, э, и это закидывает. И крест. То, что она станет чуть-чуть сильнее дамажить, ну, приятно. Окей. Остальных вы все равно юзать не будете. А вот темную. С темной сделали такого некого Карла, понимаете? С темной больше сделали реально Карла. Вот стопудово карлито. То есть, раньше что она делала? Она просто игнорировала эффект неуязвимости врага. То есть, против Хлои Хлоя накидывала, допустим, баф неуязвимости, она пробивала. Но она не пробивала сквозь шилды, сквозь бафы защиты и так далее. А теперь она сквозь все херачит. Хотя, опять же, игнорирует все эффекты сокращающие урон и количество урона плюс 30 процентов сокращающие урон но понимаете опять же у кого она есть надо будет после патча тестить а вдруг они сделали так что она теперь не пробивает сквозь вот эту неуязвимость но в теории теперь она должна как карл пробивать сквозь все если это так то знаете, на ГВ ее будут юзать, ее часто будут юзать, у кого она есть. Я ее скормил, честно, вот ни разу не жалею, ни капельки. То есть ее давали год назад на хэллоуиновскую акцию. Вот, ее давали всем. Я ее скормил буквально через пару недель. Вот ни разу не жалею. Кто-то ее начнет успешно там, допустим, юзать. Но опять же, Карл тоже неплохой монстр. Ну, кто его юзает? Покажите пальцем. Ладно, бывает иногда, потому что я его переодел. Так, ну и здесь немного поменяли, да, монстры характеристики. Монахам сделали здоровье, 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 поддержка, поддержка. То есть, кое-что переделали. Так, вот, сельфиду ветреную, как я говорил, с, ней, с атаки сделали поддержку. Вот, сделали поддержку. Так, исправлены ошибки у навыков здесь. Ну, здесь такое по мелочи. Да, и здесь что-то... Ошибка описания навыка. Вот, в общем, такой рыпач. Ну, то есть, главное, что я считаю, переделали. Немножко понерфили эльфов, подвести итог. Очень сильно апнули феникса воды. Просто Шедеврально. Каждый новичок сейчас, наверное, трепещет. Особенно тот, кто сделал, либо вот-вот готовится сделать этого Феникса. У вас еще больше должно быть мотивации его сделать, либо использовать. Немножко приятный бонус для меня. То, что переделали дракона, так как я все-таки его юзаю и часто. К примеру, на ГВ. Походила моя Валька, да? Ей не хватило одного прокаста всех убить. Она, я кулдауню скиллы, а перед этим мою Вальку застанили. То есть я снимаю все дебафы, еще и кулдауню скиллы. Это прикольно, конечно, будет. Потому что иногда такое бывает, что в тот момент, когда я кулдауню скиллы, у меня валька в стане, гор воды в стане, или на них куча дебафов, и их сейчас кто-то нет-нет, но поимеет. Понимаете, да? То есть, а тем самым ты еще и дебафы снимаешь. Это прикольно. Плюс на гидре. То есть Феникс, Гидра, ну а так мелкие апа кому-то может, вот кто юзает там ковбой, шмумий, пиреток, может кому-то что-то это зайдет. Самое главное, три апа это Дракон, Э, дальше феникса апнули. И небольшая переделка короля эльфов. То есть его немножко понерфили. Я считаю, это самые важные три темы этого патча. С паладинами судите сами. Я не юзаю их, поэтому мне тяжело судить по ним. А на этом я буду заканчивать. Спасибо тем, кто приходит на стрим. Спасибо тем, кто смотрит видео. Приходь... Э, ставьте лайки комментируйте это видео, вот, поделитесь этим видео со своими друзьями, приходите на мои стримы ежедневно в 19.00. Если у вас есть вопросы по поводу консультации, либо чистки рун, пишите мне вконтакте, добавляйте, ссылка есть в описании, добавляю всех. Всех удачи вам, фарме топовых рун и одевайте монстров правильно. Всем до встречи на стриме, пока-пока.